Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. У владельца этого имени очень явно проявляются такие внутренние качества, как независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Чрезмерные гордыни носители имени с буквы К мешает им осуществлять намеченные планы. Человеку с буквы К в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Этот человек находится под покровительством Солнца. Магическое число этого человека 1. В нумерологии имени при определении индивидуальных черт характера указывает на самостоятельность и независимость человека. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.